Здравствуйте. Вы слушаете программу Игоря Штернберга, созданную по литературным материалам спектакля «Послушайте». Последнее выступление Владимира Маяковского. Дешевая распродажа. Старая моя вещь. Через столько-то, столько-то лет словом не выживу, с голоду сдохнуль, стануль под пистолет. Меня сегодняшнего, рыжего, профессора разучат до последних йод. Как, когда, где явлен, будет с кафедры лобастый идиот, что-то молоть о богодьяволе, склонится толпа, лебезяще суетно, даже не узнаете я, не я, облысевшую голову разрисует она, врага или всеяния. Пусть нам товарищ Маяковский докажет, что его через столько-то лет будут читать. А вы зайдите лет через 100. Поговорим. Многие отнекиваются от Маяковского словом «непонятен». А для меня Маяковский не непонятен, а невоспринимаем. А что вы вообще воспринимаете? Ну, значит так. Маяковский поэт, а я люблю поэзию. Я люблю всех поэтов, могу читать любого. Маяковского я не мог читать ни в одной аудитории. Да, товарищи, я не мог читать, а я ничего декламирую. Ну-ка. Я не знаю сам, что делаю. Красота твоя, спроси ее. Ослепила груди белые, да безумие красивые. Я не знаю сам, что делаю. И, быть может, не по праву я, то целую эту левую, то целую эту правую. Браво! 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 Вот стихи. Маяковский говорит, что уже 20 лет пишет. Но он много говорит о себе, много себя восхваляет. Нужно бросить это дело. Маяковскому нужно заняться настоящей работой. Хорошо, будем работать. Слушайте ж. Все, чем владеет моя душа, а ее богатство пойдите смерти ей, великолепие, что в вечность украсит мой шаг, и самое мое бессмертие, которая, громыхая по всем векам, колено преклоненных соберет мировое вече. Все это хотите, сейчас отдам. За одно только слово, ласковое, человечье, за человечье слово, не правда ли дешево? Пойди попробуй, как же, найдешь его. Ну, и какие же это стихи? Это же сплошная аллея из унитазов, газетчина. Маяковский заурядный кропатель газетных строк, которые с трудом дочитываются до конца. У Маяковского правильная ориентация. Но товарищ Маяковский делает перегибы в своей работе, как партийцы в своей политической деятельности. Какие перегибы? У Маяковского есть стихотворение, в котором на полутора страницах повторяется так-так, тик-так. Тик-так, 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 тик-так. Врете вы! Нет у меня такого стихотворения! Читаемость Маяковского слаба, потому что в работе Маяковского перегибы. Перегибы. Да не вешайте на меня всех дохлых собак, всех этих стихов, которых у меня нет. Я утверждаю, что вся моя поэзия такая же понятная, как поэма Владимира Ильича Ленин. Позвольте, вот примеры непонятных стихов. Морду в кровь разбила кофейня, зверьем криком Багрима, отравим кровью игры Рейна, громами ядер на мрамор Рима. Имеет ли это отношение к революции? Все написано о себе, все о себе. Индивидуализм. Послушайте. Ведь это вырвано из контекста.
А вырывать куски из контекста и этим доказывать непонятность, значит заниматься демагогией. Возьмите, например, «Но паразиты никогда». Что это значит? Какие насекомые? Клопы, блохи, и что они никогда? Это тоже не имеет отношения к революции, потому что это вырвано из контекста. А ведь это «Интернационал». Да не слушайте вы их! Читайте стихи! Париж обшаркан миллионом ног, и шелестен тысячей шин. Я брожу Париж, до жути одинок, до жути ни лица, до жути ни души. Подступая к глазам разлуки жижа, сердцем несентиментальностью расквась, я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли — Москва. Запретить совсем бы ночи негодяйки, выпускать из пасти столько звездных жал. Я лежу, палатка в кемпе Нидгидайги, не по мне все это, ни к чему и жаль. Взвоют и замрут сирены над Гудзоном, будто бы решают выть или не выть. Лучше бы не выли, пассажирам сонным надо просыпаться, думать, есть, любить. Ты балда, Колумб, скажу по чести. Что касается меня, то я бы лично. Я б Америку закрыл, слегка почистил, а потом опять открыл вторично. Уходите мысли во свояси, обнимись души и море глубь. Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп. Солнце. В 140 солнц закат пылал. Какова идея этого стихотворения? Это шуточное стихотворение. Основная его мысль — свети, несмотря на безрадостную действительность. Что значит безрадостную? На это вам ответят в ГПУ. Это шутка, гипербола. Я очень рад, что сегодня здесь молодежь Москвы. Я рад, что меня читаете вы. И я приветствую вас. Маяковский, а как ваша настоящая фамилия? Пушкин. Теперь, пока я жив, обо мне говорят много всякой глупости. Много меня ругают. Много всяких сплетен распространяют обо мне. Я получил обвинение в том, что я, Маяковский, ездил по Москве голый с лозунгом «Долой стыд». Говорят, что Маяковский хам. Поверьте, не всегда приятно хамить. Господи! Как мне надоели эти мещане со свистками. Послушайте, ведь если звезды зажигают, почему вы думаете, что я железный? А потому что я хочу, чтоб к штыку приравняли перо с чугуном, чтобы с выделкой стали. Тик-так, 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 тик-так. Не машите ручкой, от этого груши с дерева не осыплются, а здесь человек на трибуне. Сядьте, сядьте! Я вас заставлю молчать. Я поражен безграмотностью аудитории. Я не ожидал такого низкого уровня культурности студентов высокоуважаемого учреждения. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. У вас против меня никакой злобы быть не должно. Демагогия! Я хочу быть понят своей страной, а не буду понят, что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь. Дождь покапал и прошел. Это очень хорошо. Маяковский! Из истории известно, что хорошие поэты скверно кончали. Или их убивали, или они сами. Когда же вы застрелитесь? Дрянь пока что мало поредела. Дела много, только поспевать. Надо жизнь сначала переделать. Переделав, можно воспевать. Надо бы доругаться. Прекратите! Бросьте! Вы в своем умели! Дать, чтоб щеки заливал смертельный мел. Вы ж такое загибать умели, что другой при жизни не умел. Политехнический! Моя Россия! Ты очень бережен и добр, как Бог. Лишь Маяковского не уберег. Поэты падают, дают финты меж сплетен, патоки и клеветы. Воздух, воздух, будто камень в камень, недоступная для тленов и крошений, рассиявшись высится веками, мастерская человечьих воскрешений. Вот он, большелобый тихий химик, перед опытом наморщил лоб. Книга «Вся земля» выискивает имя. Век 20-й, воскресить кого б? Маяковский вот, поищем ярче лица. Недостаточно поэт красив. Крикну я вот с этой, с нынешней страницы. Не листай страницы, воскреси! Сердце мне вложи, кровищу до последних жил, в череп мысль вдолби, я свое земное не дожил, на земле свое недолюбил, был я сажень ростом, а на что мне сажень, для таких работ годна и тля, перышком скрипел я в комнатенку всажен, вплющился очками в комнатный футляр, что хотите буду делать даром, чистить, мыть, стеречь, метаться, месть, я могу служить у вас хотя бы швейцаром, швейцары у вас... Есть, был я весел, толк в веселом есть ли, если горе наше не пролазно. Нынче обнажают зубы, если, только чтоб хватить, чтоб лязгнуть. Мало ли что бывает, тяжесть или горе, позовите. Пригодится шутка дурья, я шарадами гипербол, аллегорий, буду развлекать стихами балагуря. Я любил, не стоит в старом рыться, больно, пусть, живешь и болью дорожа. Я еще зверей люблю. У вас зверинцы есть? Пустите к зверю в сторожа. Я люблю зверье. Увидишь собачонку. Тут у булочной одна, сплошная плешь. Из себя и то готов достать печенку. Мне не жалко, дорогая. Ешь! Я не доставлю радости видеть, что сам от заряда стих. За мной не скоро потянете, об упокой его душу таланте. Меня из-за угла ножом можно дантесом в мой не целить лоб. Четырежды состарюсь, четырежды омоложенный, до гроба добраться чтоб. Что мне делать, если я вовсю, всей сердечной мерою, в жизнь сию, сей мир... Верил, верую.
Вы слушали программу Игоря Штернберга о последнем выступлении Владимира Маяковского, созданную по литературным материалам спектакля «Послушайте». В программе принимали участие артисты московских театров Наталья Фекленко, Сергей Шанталинский, Олег Шишкин и Игорь Штернберг.